Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в игру под названием Dishonored 2. Хотите, вам ужас покажу? Где мы находимся? Рядом с гнездами. Хотите туда переместиться? Поехали. А, вот и они. И здесь что-то меня запалило. Ой, где-то я среди зомби, не хочу быть там. Они меня ищут. Ублюдок, мать твою. Убили одного. Так, подожди. Ты посмотри, куда мы попали. Охренеть. Как так вообще, ребята? Мы здесь же, это... Обалдеть. Так, вы представляете, сколько возможностей мы имеем здесь с помощью этого гребаного компаса. Так, всех этих тварей повырезаем. Так, вроде безопасными стали. Мы же руду можем эту собирать, и нам же деньги дают за нее. Вот смотрите, где там была эта дверь заблокированная? Вот это она. Она также заблокирована. Видите? Так. Обалдеть, это... Вот это я называю проработка. Вы представляете, совместить в игре два мира, через которую вы перемещаетесь. Оп, исчезло. Мне вот интересно, его вырубить можно? Так. Переместимся. Ты им не нравишься. Ну уж извини. На тебе, ублюдок. Так, этих достанем. Тварей. Смотри, а, я думал, они сдохли. Нет, я вас всех перережу тут. Ублюдки. Так, руду забираем. Обалдеть. Мы здесь вообще не были. Ну, то есть мы были в прошлом там. А сейчас в настоящем мы здесь нихерово лутаем. Вы посмотрите, сколько денег. Так, смотрите, черный кристалл. Оп. Что там за страшная комната? А, смотри-ка, открыто. Вот. Точно. Подожди. Помните, где дебилы открыли нам дверь? Охранники. Вот, возможно, теперь мы что-то здесь найдем. О боже, я испугался этого бюста. Смотри. И узри. То, что здесь нихера нет. Охренеть. Ух, блядь, аж мурашки по телу. Это уже в хоррор какой-то превращается. Ну что-то здесь должно же быть. Мы тогда нашли здесь только руну. Но кажется, ребят, тут... Куда это я взобрался и зачем? Но кажется, здесь реально ничего нету. Да, здесь ничего нету. Ну ладно. А, подожди, кого ладно-то? Вот мы перешли же дверь. Да? Вот, все. Давайте здесь пройдемся по кругу. Так, вот это... Ага, тут нету ничего. Вон, видите, гнезда еще есть. Дротики усыпляющие, смотрите. Может, он типа показывает. Блин, вы посмотрите, какие тут гнезда, твою мать. Это просто жесть. Ублюдки. Все? Больше не будете нападать? Так. Они просто огромные. Центр уже близко. Так, центр, код. Вот я там, где мне надо. Мне нужен код к кабинету Стилтона. Подожди, а это что? Опа, 1, 4, 6. Но она не отпирается, подожди. 0, 6. Так, 0, 4, 6. Так, 0, 6. Нет.
Не работает, ребят. 056. А, это я сделал. Лол, нахер отрогал, да? Нахер я крутил диск? Охренеть, нахера я его крутил? Подожди. Отправиться. А, то есть код мы найдем там. Тут был, короче, неправильный код даже. Я понял. Короче, все в порядке. Так, подожди, но я хочу вернуться. Нахера я его крутил? Ну, ё-моё. Так. Вот это что? Дверь заблокирована. И здесь она тоже... А, ну все, это мы видели. Ладно, тогда уходим. Наверное, сохраняемся. Я не знаю, может, я это и зря сделал. Но все равно, пойдем. Блин, нахрена я код-то тронул? Ой, да. Сначала сделаю, потом подумаю. Все в порядке. Так, продолжить. До кода 30 метров. О, здорово. А если я сделаю так? В прошлом Стилтона защищала гвардия. Ублюдки. Ага. Ну тут гнезд вообще жесть. Так. Ладно, давай переместимся туда. У нас есть три усыпляющих. Он что, считает меня идиотом? Я знаю все свои буквы. А мне с ним поговорить надо? Или мне что надо вообще? F5. Вот что мне надо. Так. Серьезно? Да ублюдок. О, нахер ты вывалился, ты идиот. А что это? У меня какие-то кислотные, что ли, были? Нет, усыпляющие. А чё он такой кабан? Ну нахер. Да короче, весь стелс запорол. Он не вырубился. Либо об его каску, может, сломалось. Точно. Об его каску, наверное, сломалось. Не реагирует. А на бутылку среагируешь? Везде ищите. Парни, будьте начеку, ясно? А? Что? Как будто стекло разбили. Да? Правда, что ли? Я тоже так думаю. Ладно, пройдемся здесь. А где у них подъем, спуск? Я не что понимаю. Происходит? Так, что здесь? Эльмира, ну это мы читали. Про Эльмиру мы с вами читали. Так, отхил. А как они сюда поднимаются, на этот балкон, я не понимаю. Хм. Так. По лесам вот этим вот? Серьезно? Ну-ка. Так я не понимаю, что мне с ним делать. Сохраняемся. Однажды юный Лука зайдет слишком далеко. Жить бы до этого дня. Прости меня, Элла. Вот Элла, про которую вернись, там он говорил, да? Это от него, что ли, книжки? После этой ночи герцог начнет мне доверять. Я узнаю слишком много его секретов. Или я стану слишком опасен, чтобы оставаться при нем. Кто-то будет, точно говорю. Могу взобраться? Тихо. Почему вы в моем доме? Так ты чё орёшь? Зачем вы здесь? Вас послал герцог? Уходите! Эй, вы кто? Понятия не имеете? Никуда ты не денешься! Его убили! Его убили! Это не я его убил! Это вот эта дура! Ублюдок! Ах ты сука! Нихера себе, терминатор. Серьезно, это не я его убил. А где пароль? Код, есть код? 778. А вот и дневник. Так, подожди, но мы не должны же его убивать. Так, F9. Какого хера она в него выстрелила?
Мне там в тень не превратиться, он начинает орать, верещать, и что мне делать? Так, юный Лука. Короче, вырубаем всю эту охрану нахер. Пускай он убегает, делает, что хочет, да? У нас есть два дротика усыпляющих. Ладно, потратим на этих ублюдков. Попробуем все сделать по стелсу. Только в каску главное не стрелять. Что? Тихо. Я с тобой поищу. Так. Оп. Проклятие на мою голову. Но тёлка еще останется. Ну иди, спасать его пойдешь? Ну? Где ты там потерялся? Хрен. Мы должны что-нибудь найти, что угодно. Вот он. Сейчас ты найдешь, дротик справедливости. Парни, давай, будьте выходи, начеку, давай, ясно? Мы ждем. Чё-то их тут дохера на самом деле орёт. Нашли что? Вот он. Да сука, он, блин, не выходит как надо. Они заплатят за это. Убийца может быть где угодно. Короче, они меня заколебали. Здесь ничего. Короче, нет, они меня заколебали, реально. Везде ищите. Зараза. Так, братан, оп, супер удар. О, да. И вот так вот. По-моему, какой стелс вообще нахер нужен? Видите, чувак даже ничего не запалил. Вот это стелс. Вот это я понимаю. Так. Оу, монетки. Спасибо. Так, ну что делать-то? F5 нажимаем и... Может, не поговорить? А как мне это сделать-то, чтобы он... Братан. Кто вы? Почему вы в моем доме? Может, его вырубить? Так ты не увидишь кошмар, который сведет тебя с ума. Так, он не увидит кошмар. Так, 778. Вырубив Стилтона, я меняю прошлое. Но что изменится? Ну, ты сама сказала то, что он не увидит кошмара. Стилтон. Не, воду тебя нельзя кидать. Чё вообще до тебя докупался? Лежи здесь. 778. Какой пароль вообще, жесть, да? Прям супер сложный. Ну, пошли. 778 вводить. Так, отправиться в особняк. Чё-то как-то изи. А, вы хотите мне сказать, а что ты не заглянул в прошлое, там, точнее, в будущее, где осиные гнезда? Может быть, ты что-то нашел бы? Не знаю. Не знаю. Может быть, что-то и нашел. Так, продолжить. А, где эти двери-то? Так, вот. 7 7 8. Воу, что это? Узнать тайны Далилы. Какого хера? Здесь все перепутано. Что произошло? Здесь время соприкасается с настоящим и прошлым. Близки. Мы попытаемся сделать то, чего еще никто не делал. Я сама-то не могу это полностью осознать, а уж вы тем более. Если кто-то еще сомневается, пора отринуть сомнения. Это выходит за пределы рационального. Вот та самая грань, где натурфилософия переходит в нечто иное. Да, я это чувствую. Мы рискуем сойти с ума. Далила, ваша императрица, вы должны исполнить свой долг. Далила сильна, как никогда. Мы с герцогом слышали ее голос, она нашептывала нам. Теперь время пришло, займите места. И исчезают. А что мне покажет эта штука? Ничего. Но я могу, да, переместиться сейчас во времени, в настоящее.
Я понимаю это, но давайте осмотрим. Какого хера? Обалдеть. Денег-то припасли мне. Одну монету, серьезно? А, о, две. Так. Что там? Спиритический сеанс внизу. Прислушайтесь к бездне за пределами мира. Слышите ее силу? Слышите? Клянусь звездами. Это восхитительный любой оргии. Чего? Я здесь, наверное, из холода, из вечности. Она жива. Любовно. О, похоже, все получилось. О, и моей душе ничто не грозит. Она заключена в этой вещице. Лука, положи ее под замок. Я боялась, мы тебя потеряли. Бриана, Лука, я никогда вас не покину. Значит... Стой. Я не вижу тебя, но я знаю, кто ты и когда ты. Ты здесь, чтобы увидеть мое возвращение. И однажды я приду за тобой. Вот это херота! Вот это мумия страшная! Странное место. Я никогда не пойму всего, что она открывает. Слышите? Клянусь звездами! Это восхитительно! Вот это вот херота, это и есть то, что мне надо. Так, ну они снова повторяют. Они заново повторяют это, зачем? Алло, блядь. Так что, ты меня тпшишь? Тпшнешь или нет? Похоже, все получилось. Пока еще не тпшит, ребят. Или я должен был не палиться? Чтоб она меня не это, не запалила. Мне никак здесь не переместиться, ребят. Пыльный квартал. 127 метров показывают. В смысле здесь теперь пароль? Какого хера здесь гражданские делают? Почему здесь больше нет пароля? А что произошло, ребята? Реставрация пошла? Здесь же было все разрушено. Я как-то перескочил время? Я ничего не понимаю, что сейчас произошло. Откуда здесь люди взялись? Так, пыльный квартал. Так подожди, а где этот хрен, которого мы задушили? Смотри, сколько людей. Так, подожди, не то нажимаю. Надо убрать оружие. Смотри, они реставрируют, ребята. Мы же изменили. Вот что дало то, что мы его придушили. То есть этот особняк начали восстанавливать. Типа он стал, ну, не съехал с катушек. И начал восстанавливать свой особняк. Эта дверь, по-моему, не открывалась раньше. Вот что это все меняет. Обалдеть. А если бы мы его убили, то все было бы разрушено, и его бы там не сидело. Так. Ну ладно, что. Пошли отсюда. На тебе. Слейки. Подожди, а как отсюда выйти? Надеюсь, это не крыса. Какая крыса? Ты о чем? Я вот он. Человек. Херасе. А ты кто? Что-то они мне не нравятся, ребят. Надо сохраниться. Ты разве не в котловане работаешь? Б. Это как понять? Рабочий. Ты ж нормальный рабочий? Хули такими грязными руками копаешься у тебя во рту? Фу, блядь.
Вообще не знаю, что такое гигиена. Да? Да? Ищешь неприятности? Сука! Ах ты ублюдок! Тебе тоже! Сучара! Женщине в морду дать! Где крысы, блядь? Куда его пустить на корм? На тебе, каталка твоя... Неудачник. Так. Ну, я не знаю, я не вижу смысла нам еще раз исследовать это место. Я думаю, что все. Тут все прибираются. Все хорошо. Ну и все, выходим тогда отсюда. Сохраняемся еще разок. Был нечаянный случай с рабочим, но он меня ударил. Так. Пыльный квартал. Блин, опять в этот пыльный квартал. Эта буря меня там доканывает. Она такая громкая. Так, что там нам пишут? Использовать сердце, чтобы отыскивать руны. Их можно потратить на получение или развитие умений. Ну, мы это и так знаем. Так. Надо будет чекнуть, что у нас, кстати говоря, по рунам. Ну-ка, Джей. Так, значит, амулеты умения. Три руны у нас есть. Сила. Сила позволяет отвлекать брошенного предмета. Вот я силу хотел вкачать себе, так и не вкачал. Так, а цепочка нам требует еще одну руну. Мы не сможем ее сделать. Двойников я хотел сделать. Ну что, тогда может силу, потому что потом мы сможем это ломать двери, ребят. Без гранат. Давайте силу вкачаем тогда. Что это? Ой! Меня утаскивают вниз! Какого хера? Чё тебе надо, ублюдок? Нихера он меня вырвал. Оглянись вокруг. Очередной рассыпающийся островок на самом краю бездны. Нет, он особенный. Здесь 4000 лет назад мне перерезали горло. Здесь моя жизнь закончилась и снова началась. Здесь я был создан. Эта часть бездны кажется старше. Оу. Здрасте. Ой. До самого конца я думал, что смогу сбежать. Я боролся. На веревке лишь рвали мою кожу, пока я не обессилел. И тогда нож коснулся моего горла. И я понял, что ждал слишком долго. Кровь хлынула из раны. А я стал богом. Теперь ты знаешь секрет Далилы. На исходе своих дней она отправилась в плавание сквозь бездну и должна была сгинуть навеки. Но ее воля и коварство не имеют себе равных. Она нашла это место. Остров посреди бездны, который сделал меня тем, кто я есть. Он изменил ее. А она нашла способ выбраться отсюда и захватить власть. Далила теперь часть меня. И мне это не нравится. Таким хером она часть тебя-то. Короче, его в жертву принесли какие-то фанатики. Вот не подфартило-то. Так, ну ладно, пошли. Ритуал. Надо отдать должное Далиле. Она оторвала кусочек себя и спрятала в изваянии. Она стала бессмертной. Если хочешь убить Далилу, придется найти и вернуть ее душу. Вот эту херню. Это не просто. Но то, что последует, станет труднейшим испытанием в твоей жизни. Фу, как это отвратительно выглядит, да? Эй, ты дерслинявый дебил. Ты в курсе? А это я не помню кто. Обними папочку, ублюдок, предатель. Так, ну здесь просто помещение. Пошли. В мире больше тайн, чем кажется. Ага. Так, вселение в крыс, рыб и трупных ос иногда. О, альтернативные маршруты. Рыб даже можно. Это как? Ничего себе. Так, найти выход из бездны. Нашли. Этот странный день прошел, и теперь нужно вернуться на шлюпку, где ждет Соколов. Угу, окей.
замедлили четвертый поток. Что Марка говорит? Похоже, семейный комитет попросил притормозить. Пыли там было слишком много. Красиво. Так, а, значит, что, побежали тогда? Только что гвардейцам на все наплевать. Да? Слушай, а мне оставили? Идем играть в кости. Он выпивает в пабе моего брата. Он знает, что мы его ценим. Я так понимаю, что я могу перемещаться во времени только тогда, когда кристалл будет прозрачным, так? Говорят, Стилтон договорился о встрече с главой семейного комитета. Да, я думаю, именно так. Ну ладно, так. Что там, двойку хотя бы давай и спрячем оружие. Вряд ли кто-то это заметил, но дела меняются к лучшему. Да? Спасибо, хоть ты подбодрила. Ну, здесь все в порядке вроде, да? Поплыли? Нихера она тут, босс такой. Так быстро? Действительно? Не нравится мне эта тёлка. Вот честно вам скажу, просто ненавижу ее почему-то. Откуда у тебя руки? Слышь, откуда у тебя руки? Не забывайте о том, что видели здесь. У нее рука есть. Это мой последний урок. И глаза есть. В смысле? Я ничего не понимаю. Ой, блядь! Да не то! Упс. Я хотел посмотреть на нее через стеклышко на самом деле. Дерьмо. Какого? Она же без рук и без глаза. Какого хера она целая стоит? Так, как это сделать-то? Ё-моё, дай сюда. Это вы? Как быстро? Извините, что не смогла... Она потеряла свои глаза и руки там, что ли? Заткнись. На том особняке, что ли? Вы готовы? Да. У меня от пыли уже в горле першит. Ага. Да, можно уходить. Да. Я изменил. Удалось нанести визит. И она мне при этом. И Пауло, кажется. Кажется, и да. Стилтон. Все, завались. В смысле? Так, милосердное без убийств. Так, тревог 0, 3, амулеты 1, монеты. Бля, сколько всего. Пропустил. Ну, извините, я там, не знаю, на 3 серии растягивать один особняк туда-сюда из-за того, что мы были в прошлом, в настоящем, а потом изменили будущее. Там 3 раза надо было шататься, что ли? Герцог Лука Абеля разрушил старый дворец и воздвиг этот монумент собственному эго. Знает он это или нет, но я заставлю его заплатить за все, что он сделал. Я покажу ему, что бывает с теми, кто предал империю. На рассвете герцог уже будет свергнут или убит. Смотря как все пройдет. И все, что затем случится с Сирконосом, будет на совести герцога, не моей. Мне нужно пробраться внутрь, разделаться с герцогом и выкрасть душу Далилы. Угу. Я не понимаю, почему Меган нам не говорит о том, что «Ой, смотри, у меня глаз появился и рука, ты представляешь, что произошло?» То есть она типа теперь этого не помнит? Ты чувствуешь? Эта ночь последняя. Скоро я растворюсь в небытии. Ты должна обрести покой. Я слишком задержалась. Найди душу Далилы. Заточи в эту ловушку плоти. Отпусти меня. Я не понимаю. Ты поймешь. Слышь, мамка, я про тебя уже давным-давно забыл. Ты все еще здесь? Ё-моё. Так, и что мы должны сделать? Подняться на палубу, 31 метр. Что нам тут? Милая Эмили, твой гонец дал всего несколько минут. Дневник путешествий. Будешь что записывать туда? Так, на краю света. Что-то записала. Истории и карты. Так, амулеты. А, выбрать амулеты. У нас с вами есть какой-то боец был. Загнанный зверь, железный... Так, вас гораздо сложнее сбить с ног. Меня еще никто не сбивал с ног. Низкое здоровье сильно увеличивает наносимый урон. А вот, корабельный боец. Обнаженное оружие не замедляет движение. Ага. Иногда эликсир маны устанавливает всю ману.
может погибнуть, едва возникнув могильная гонча. Ведьмы могут терять равновесие после магического чего? Переноса. Так, опасный блок. Блок всегда сбивает врага с ног. Вы получаете урон, ставя блоки. Нихера себе. Так, притягивает врагов, происходит скрытно и тихо. Притяжение всегда расходует больше маны. Так, ну это все дело мы с вами потом соберем. Так. А, прощай, Карнака. Так, это я не знаю, читали мы или нет. И вроде как все. На балалайке сыграли, картина, смотрите, у нас есть. У нас как будто полная коллекция собрана, видите, по витрине-то. Так, чё, погнали. Надеюсь, у нас тут дыр никаких нету в корабле черных. Так. Опа, это же склад был. Его чё, разобрали что ли наконец-то? Значит, что-то на корабле поменялось, пойдем посмотрим. Так, вот здесь вот я все разбивал. Так, все и разбито, но смотри, здесь теперь стоит какая-то херня на рельсах. Ясно, то же самое. Перестановку они решили, короче, сделать. И крысы все бегают. Так, тиски. Ну ладно, пошли наверх. А это что? А, это толчок у нас. Так, ну все. Короче, нихера тут не изменилось, по сути, просто перестановку сделали. А кто тут еще? Ты кто? Без герцога Стилтон. Мы построим нечто гораздо лучшее. Вот ты где, ублюдок. Мы создадим ублюдок. Город для всех и каждого. Ага, начать разговор. Вы готовы? Я была в десятках замков и сотнях особняков. Они все везде одинаковые. Не может же быть во дворце у герцога хуже, чем на приеме у леди Брисби. Забраться внутрь будет несложно. Герцог не любитель строгих правил. Убить герцога Абеля — это не все. Вам придется найти вещь, которую отдала ему Далила. Вы молчите о том, что узнали в пыльном квартале. И это к лучшему. В мире должны быть тайны. Но то, что вы сделаете в большом дворце, что бы вы ни сделали, на много лет изменит жизнь в Карнаке. Не забывайте об этом. Возьмите карту большого дворца. И вот еще что. В кладовке спрятан рычаг. Он открывает ход в герцогскую сокровищницу. Да. А если герцог хранит что-то ценное для Далилы, думаю, эта вещь должна быть там. Ну и, конечно, доброй охоты. Любой, кто помешает мне добраться до герцога, пожалеет об этом. Все они заслуживают смерти. Так. Сядь в шлюпку, Меган Фостер. Золото, сокровищница, говорит. А, так мы вообще, что ли, будущее поменяли совсем конкретно? Ух ты, бля, ничего себе, это ж я. Красивый, однако. И типа на корабле все изменилось из-за того, что я изменил будущее? Серьезно? Ну ничего себе. Погнали. Погнали. Готовы навестить герцога? Да. Готовы. Ладно, в путь. Только нам подпольную лавку еще бы найти. Аристократы и друзья герцога могут быстро перемещаться с одного квартала в другой на экипажах. О как. Так, продолжить. У герцога есть двойник. Он якобы должен запутать убийц. Моя приятельница, дворцовая прачка, говорила как-то, что двойник курит. Может, так вы сумеете его отличить от луки и поговорите с ним? Она говорила, он славный малый. Вот же дрянная работа, притворяться сраным тираном. Удивительно, что люди еще терпят герцога. У него армия. У него рудники. У него была ваша поддержка. Так что богатеи на его приемах жрут лобстеров и решают судьбу этой земли. Такие вечеринки были и в Данойле. Прихлебатели заискивали передо мной и строили козни друг против друга.
Бедная императрица. Я спала в заброшенной лавке в затопленном квартале, и там с крыши были видны эти праздничные огни. Иногда я бродила по Дануолу в маске, но устав, я всегда могла вернуться в башню. В Карнаке я увидела жизнь с другой стороны. Отлично. Когда устраните герцога, найдите и заберите то, что отдала ему Далила. Когда закончите, я подберу вас на шлюпке. Окей. Что-то задача, я думаю, будет ни хера не легкая. Не нравится она мне, не знаю почему. Какая-то она, блин, не знаю, не такая. Ну что, ребята, я думаю, пойдем мы в этот дворец, замок, что там? Что там, кстати говоря? Дворец, вот, в следующей серии, поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.